худой. Трыщ. Задача. Выполнять это быстро и только одной рукой. Ливан, а у нас в армрестлинге есть какие-то челленджи для... Сами придумали. В этом упражнении для того, чтобы поднять диск, нужна, конечно же, щипковая сила. То есть очень важно удерживать диск. Поэтому, если нет силы, конечно же, будет я выскальзывать. Но и также при развороте очень важно потом зафиксировать, сбалансировать, удержать. Поэтому, в принципе, можно сказать так, что у Ливана для этого все есть, все качества. Единственное, что здесь может сыграть роль, конечно, немножко гибкость. Посмотрим. Одной рукой, да. Больше разворачивай. Есть? Нечисто, сложно? Но... Что неудобно? Выворачивать, да? Ох, то вот это то, что у вас в принципе и нет, да? Его, да? У нас проблема вот не реверировать. Угу. Соответственно, конца, просто вот неудобно. Это... Потому что так чувствуешь, что не тяжело, да? Нет, так нет, ну просто... Когда Ливан делает сюда, он так проигрывает. Поэтому он никогда такого движения не делает. Вот не пора поворачиваться. Угу, да, угу. Надо вот так целиться. Хорошо, молодец. Потому что немногие... Я делал хэштег «Матрешка», и там где-то, наверное, человек 50-60 выложили свое видео. Вот. Ну, собрал, молодец. Слушай, а интересно тогда, сможешь ли ты 25 удержать двумя пальцами? Это как называется уже... сейчас вся тренировка перешла в разряд, когда начинают мериться своими... А полтинник когда-нибудь поднимал? Да? В тяжелой атлетике тоже очень важна сила хвата. Вот, потому что в основном мы работаем в замок, но для этого в любом случае нужна как бы хорошая сила. Соответственно, в тренировку очень часто включаем разные упражнения. Одно из них – это жонглирование диском. Иногда выполняется вот таким вот образом. Это как бы один из самых легких распространенных. Второй вариант более усложненный. То есть нужно словить ее. Давно-давно, а это было, наверное, все-таки, если точно, годика 4 или 5 назад, я в интернете выкладывал видео под названием «Селфи-бар». То есть задача была, это был такой челлендж, во время которого нужно было держать, удерживать гриф, вот, и имитировать как бы селфи-палку. Скорее всего, наверное, сейчас у меня же это не получится, но я думаю, что у Ливана это должно достаточно успешно зайти. У меня уже нет. Попробуешь? А где браться надо? Беремся здесь, вот под отметку. Угу. То есть ты можешь прижимать, блокировать за счет предплечья. Что? Да, упирать. А теперь наклон. Ну, то есть задача там, допустим, где-то градусов 45 подержать. Понятно, что вверх оно будет легко. Вот наклони ее вперед. Еще. Вот. Видишь, я упираюсь, получается, локтем упираясь
бок не, штанга в бок не идет, только за счет руки. Ну, есть. Но двадцатку, наверное, будет уже так тяжело сделать, да? Допустим, есть какие-то упражнения, которые ты делал на это движение? Ну, когда уже... Как они выглядят? Он сюда лямку ложит, сюда. Угу. И вот так кисть. Он может вот так много веса выдерживать. На таком угле. Но это, когда когда уже опора есть, правильно? Да. Когда он упирается. Когда уже пошел к кисти, тогда уже... Смотри, есть с опорой, есть без опоры. Угу. Правильно ли он? Коротко, наверное, быстренько пройдемся по твоим силовым показателям. Жим лежа делаешь? Да. Какой у тебя результат? Максимум один раз 250. 250? Это без рубашки специальной, просто как бы в обычной. Да. Хорошо. Спасибо. А на разы? Что на разы? Там, на 6, на 5 что делал? То есть 200 на 7. 200 на 7? Да. Это давно было? Нет, сейчас как-то. Во время подготовки, да? Да. На бицепс я видел, много в интернете есть видео, где ты делаешь на бицепс. Какой у тебя максимальный результат? На бицепс 142 на 4 раза. 142 на 4? А слышал у Цыпленкова, по-моему, там 160 было он делал или 170, да, по-моему, делал? 170 подняли один раз, да. Как ты думаешь, ты можешь? Вообще, нет. Или пока нет? Нет. Нет, да? А на бицепс одной рукой? На бицепс, как, стоя? Да. Где-то 60. 60? Да. В общем, в принципе, я думаю, что этих результатов вам достаточно для того, чтобы понять силушку богатырскую. Может, какие-то пару советов на закачку, что вы используете, допустим, если с грифом? Вот если исключительно только с грифом, что делаете? Для кисти или? Да. Для кисти можно, вот с этим. Угу. Я знаю, что еще, когда я так делал, я помню, что мне тренер говорил, что нужно как можно ниже распускать руку. Пальцы раскрывать, ну то есть понятно, что как бы не бросать, ну то есть не вот так вот, да, а допустим доводить как можно ниже. Вот так, да? Да. Ну так и пальцы работают, и очень быстро разобьется рука. Ну это хорошо или плохо? Ну когда делаешь получается только кисть. Полное движение. Да, только кисть, когда делаешь, не надо это. В общем, следующее. Челлендж с гирей. Увидел это упражнение от Жана Беленюка, когда снимали с ним тоже совместное видео, которое тоже есть на канале. Вот. Задача, как он рассказал, взять гирю, опять же, от 16 до 32 килограмм, и нужно с этого положения перевернуть гирю на другую сторону. Не. Ну, Ливан. Без вариантов. У Ливана это получилось очень-очень легко. Я думаю, что 24 я еще смогу сделать, но 16 точно. Вот, так что можете тоже попробовать. Ливан раньше делал такое упражнение? Нет. Первый раз пробуешь? Да. Ну что скажешь, по ощущениям тяжело? 32 легко. Надо добавлять? Да. К сожалению, тут нет веса побольше. Удержаться нет. Удержаться не получится. Я на всякий случай взял и шестнашку тоже. Чтоб два раза не ходить. 24. 24 есть. По обратную сторону вверх. Погнали. Ливан будет перевернуть. Лёха, убери руку. Ливан сейчас будет перевернуть. Да, нет. Обратно. Давай в другую сторону. Звери. Звери, блядь. Ух ты. Демон. Просто не хватает пальцев. Да, для тебя это очень хорошо. Да, не хватает пальцев.
получается, реакция, правильно как Серега сказал, обвалиться вниз. То есть обваливаешься вниз. Я неправильно это делаю, да? Ну, ты делаешь за счет рук. Делаешь за счет только рук. Ты, получается, здесь все статически, да? И только руками, получается, махаешь. Соответственно, здесь нужно очень сильно иметь, ну, понятно, что сильные руки, это понятно, что они у тебя есть. Вот, но у тебя еще есть собственная масса собственного тела, которая тебе поможет это еще ускорить. Могёшь?